Нахожусь в Бруклине, на Брайтон-Бич. Как всегда, делаю репортажи о тех, кто живет здесь, в Америке. Вот. Ну, вот у меня сейчас мы пришли к Фаруху, человек, который приехал из Узбекистана и организовал свой бизнес. Фарух, расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься и как давно ты в Америке? Я уже как 10 лет в Америке. Занимаемся почтовым бизнесом, отправляем посылки разные в СНГ, в Россию, Украину, Узбекистан. Занимаемся. Понятно. Легко ли было в Америке организовать свой бизнес? И... Ну, не сказал бы легко, но можно сделать, открыть компанию, сделать бизнес можно, но не легко. Понятно. Но есть какие-то вот такие моменты, о которых ты хотел бы отметить, что какие-то преимущества по ведению компании и бизнеса в США? Да, есть большие плюсы. Иметь в виду. Ну, то, что вот преимущество, что здесь как бы легко, ну, я имею в виду, что, ну, нравится вести здесь бизнес и... Да, мне очень нравится здесь вести бизнес, во-первых, тут легко сделать бизнес, да, я имею в виду легко, как сделаешь бизнес, то если ты поставишь правильно свой бизнес, то дальше она сама пойдет легко, и таких проблем не будет возникать больших, я имею в виду. Понятно. Но я вот слышал, что здесь на Брайтоне-Бич очень много людей из Узбекистана, которые приезжают. Здесь сильная такая община, люди друг другу помогают. Это правда? Да, это правда. Это тут очень большая община, диаспора узбекская, и они очень дружные. Они помогают во всем. Ну, кто первый раз приехал в Америку, они подают помощь руки, ну, и помогают друг другу. Да, скажи, пожалуйста, а с чего ты начинал? То есть вот ты приехал и как, сразу бизнес организовал или было что-то? Нет, я начинал, конечно, ну, я приехал, для меня это новая страна, новое открытие. И, ну, начинал, я работал, подрабатывал на паркинге, работал в ресторанах официантом. И так и потом учился. Part-time работа, part-time учеба. А, я понял. И какая была минимальная зарплата, когда ты только приехал, первые полгода? Сколько зарабатывал? Минимально это было в час 80-70 долларов. То есть не в час, а я имею в виду за... Ну, за день. За день, то есть, я извиняюсь. Да, Фархош, скажи, пожалуйста, а вот с жильем, вот ты приехал, сразу сумел найти себе комнату там, или квартиру? Жильем... Да, проблем не было. Но когда я приехал, такого проблем не было, что ну, жилье не так трудно было найти. Нашел быстро. Помогли друзья, опять-таки. Да, которые здесь. Да, которые здесь уже жили давно. И они помогли с жильем, и быстро нашли жилье и работу тоже. Ну, нравится в Америке вообще? Ну, да, Америка. Сказать, нравится здесь. Ясно. Друзья, подписывайтесь на наш канал, заходите на наш сайт usa-visa.com и в нашу группу Facebook. Всем всего доброго. Привет из Нью-Йорка. Пока.